Я совершенно недавно окончила школу, и, наверное, мне в школе не хватило какой-то финансовой грамотности, потому что, выходя во взрослую жизнь, хочется все-таки понимать, как устроить бюджет, на что потратить деньги, на что отложить, как сэкономить, как получить кэшбэк какой-то. Детей учила бы больше каким-то оказанием первой медицинской помощи. Вот у меня ребенок учится в школе 14 лет, он говорит, что нет такого, они не изучают это. Я бы считала, что... Это очень важно. Наверное, умение общаться, коммуникации. Потому что очень часто на переменках возникают непонятные ситуации, и дети, как правило, действием выражают свое отношение, не умея выразить словами. Наверное, интернет-безопасности может быть, да. Не только интернет-безопасности, в целом безопасности, как вести себя там на улице со взрослыми. Ну и, наверное, что-то про буллинг. Вводить этикет, чтобы они были более вежливые. Они забывают сказать спасибо, забывают сказать пожалуйста. Будь здоров, элементарно. Наверное, этика семейной жизни. Ну, потому что детей надо наших сегодня готовить именно к будущему, к взрослой жизни. Патриотические больше уроки, чтобы наши дети, да, воспитывались на них. Я бы просто убрал уроки половину. Я не знаю насчет того, что добавить.